Где это вы собрались? Катя, две сестры, две акробатки. Там дети гуляют. Угу. Я не знаю, для кого-то может это будет тема интересная или нет. В общем, мамки сейчас будут делать пудровые брови. Я думаю, вы посмотрите, как это будет выглядеть. В общем, я думаю, эта тема будет интересна для девушек, для женщин. В общем, смотрите, как это все будет происходить. В общем, вот у мамки вот такие вот брови. И нужно будет привести в порядок. Как это называется? Татуаж или что это, мам? А где Марина? Ну, пудровые брови. А, пудровые брови, да. Насколько они выдерживают? Только же 5 лет у них держится. А, 5 лет, 3 года там, в общем, будем смотреть уже, да. Клиентов. Ой, вообще, да? Студия красивая. Ну, не что это не студия называется. Студия, салон. Студия, наверное, да? Салон, да. Такой вот салон. Картина красивая. В общем, сейчас будут мамки делать, как Мариночка? Перманентный. Сам мастер красивый. Перманентный макияж брови, да. Я сказала, махровый вообще. Махровый. Да, лыжить. Потом уже что-то возьмешь у нее, я ей не дам такой. Не, конечно, салон красивый очень вообще. Так что бродяга рекомендует, если что, кому надо будет, обращайтесь. Дорогие подписчики. Да, бродяга режиссер. Ну, как пойдет. Не надо, вот как ты заберешь, я так не нельзя. Слушай, меня предупредили, я морщинка. Ничего страшного, здесь, да, этот. Самое главное, что мастер красивый. Ой, да, у меня там важно. И подписчиков мало, поэтому. Начинающий. Да. А вот еще такое, как деревцо красивое вообще. Можно я ребенок конфетку возьму? Берись. Все не кремилось, ничего. Готовилась к вашему вот этому. Боялась, что крем помешает или еще что-то. Хотя дочка говорила, что там нормально так все обработает. И после воды я в гостях буду. У вас здесь только не только брови, еще и много чего, да, можно? Губы, да, еще можно такие. Можно губы, можно глаза, стрелочки. Глаза, стрелочки. Так что, дорогие девушки, женщины, обращайтесь сюда в салон. Я адрес укажу ниже в комментариях. Я тоже вот это. Не, ну ты тоже, если что, обращайся. Ну все, мы не будем отвлекать, уже пойдем, правильно? До встречи. Да, до встречи. Во, спасибо вам большое. Во, вообще хорошо, мам. Да. Ну, отлично. Результат превзошел все мои ожидания. Так. Это процедура. Я боялась, что будет болезненно. Абсолютно не болезненно. Так. Абсолютно. Но именно этот, как мастер делал. А больно бы, не больно, да? Не больно, просто. А по времени сколько желаний? Приятно так, и как это самое, легкое подотраивание. По времени вы что засекали? Меньше, чем полтора часа. Меньше, чем полтора часа. Но мастер а очень. А цена, мам, цена? 120 рублей. 120 рублей. Это, да. Но я хотела что сказать. Ну, и, а вообще 150, но да, мне, это скидка. Это скидка, что это самое. Но мастер рекомендует. Да, и все, бродяга рекомендует мастера, да. Поэтому обращайтесь. Даже то, что я там думала, она сказала, что лучше. И очки это такие так и взяли. Получилось. Очки 8 вышли 70 рублей. Будет.
это ваша реклама. Проходите, пожалуйста. Спасибо. То мы сейчас мамке будем подбирать очки, в общем. Да, Настя? Нет, только не солнцезащитные, а для зрения нужно было. Да. Есть солнцезащитные, на девочку красивые. Да? Да. Со 100% защитой от ультрафиолета. Показать что-нибудь? Настя, оживи. Ну покажи, а дорогие они. Ну покажите. Да, да, походи. Малыши, Настя. Карандаши. Ой, идите, мама. Иди, Настя, посмотри. Вот, посмотрите, какие красивые у нас детские. Во. А цена какая? Ну, тут всякие цены. А у нее уж нету, да, Марина, Настя? Нет? 29 рублей. А не ли? А ну, покажи. Настя, покажи. Ну, красный, наверное... Я просто... А, ну да. Вот, смотри, какие красивые. А мне кажется, ей уже можно такие прям взрослые. Зачем? Посмотрите. Настя, тебе нравится, как класс. Мне взрослые нравятся. Взрослые. Я имею в виду черные какие-то. Ну, пожалуйста, давайте вот тогда черные с желтыми душками. Это взрослые, стильные такие. Давай. Это, ну, поинтереснее смотрится, поярче. Ага. Ну, вы смотрите, как вам. Угу. Как бы. Но вот эта модель очень удобная, я знаю. Что, Андрюш, какие? Ну, а ну вот тебе попробуй. Смотри, эти. Эти? Мне больше вот эти вот. Нет, да, нет. Мне больше вот эти. Ну, покажи вам еще. Я посмотрела в зеркало. Ну, вообще нормально, да. В зеркало посмотрела. Отлично. Я посмотрела в зеркало. Да ты шо? Андрей говорит, мамка там уже в окне нас ждет. Она звонит и не может дозвониться. И мы побежали. Маринка, бобру. Давай я с этой стороны бобра сниму. Ну, у меня тут тень. Во. Так, ты нас можешь фотографировать? Это не... А он же может вырезать потом как фотографию. Не, это же не фотография. Ну, это не фотография, но все равно. Нужно цепочку ему потереть. Да, вот эту золотую. По три, и загадай желание. Да сразу так не могу. Ну, загадай желание, по три ему этот. А вы так прям... Трёт, смотри, не перетрёт. Смотрите, сотрётся сейчас цепочка. Ну, всё? Сейчас. Подожди. А надо говорить вслух? Я всё. Всё. Натёрла его. Натёрла? Бобёр. А ещё есть стоящий бобрик. Такой это сидячая, есть стоя. Он женатый, что ли, кольцо. Где у него кольцо? А, да. Тут никого нету. Так да это, кольцо. На другой руке-то он разведен, наверное. Холостячок. Холостяк, да. С чего он сделан? Все садятся, все садятся. Настя, сядь ему на колени. Как у дед... Смотрите, на чуха нам уже понятно. Как у Дедушки Мороза, Настя. А ты, Андрейка? Не, я не хочу. Давай. Не.